לכולם. שיהיה שבת שלום. Всем, кому еще не сказал, и те, которые первый раз у нас, добро пожаловать. Сегодня тема очень серьезная и совсем непростая. Я думаю, что это будет коротко и по делу. Но я верю, что мы все немножко уснули. ולא שרק אנחנו כאילו רדומים, אלא פשוט המחשבות שלנו, הם מרוכזים על משהו אחר. Не то, что мы все спим, но как будто наши мысли сосредоточены на других вещах. כאילו אנחנו יושבים ומתכננים מה אני אעשה בעוד 3-4 שעות. Мы сидим как будто здесь, на этом месте, и думаем, чем я буду заниматься через 3-4 часа. Не знаю, но у меня такое чувство. Есть такие люди? זה לא בקהילה שלנו. נעשי אפשי נפשי פניאס. אנחנו לא חושבים, אנחנו סתם ישנים. מה אפשי נעשו נדומה, אנחנו פרוס נספים. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה נקרא התלמידות, או מה זה אומר להיות תלמיד של ישוע. Тема, на которую я хочу говорить, это ученичество, или что значит быть учеником ישוע. אז בוא נפתח. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 14 главу. Мы прочитаем в самом конце главы. מפסוק 25. С 25 стиха. 14 глава, 25 стиха. С ним шло множество народа, и он, обернувшись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и саму жизнь свою, тот не может быть моим учеником. И кто не берет креста своего и не идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для завершения ее, дабы, когда положит основание, не сможет завершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущего на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет ему просить посольства о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что не имеет, не может быть учеником моим. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Есть здесь очень странные вещи в том, что еще учат нас. Он говорит: тот, кто ненавидит своих родителей, не возненавидит свою семью, не может быть моим учеником. ובנוסף הוא גם אומר, לפני שאתה רוצה להיות תלמיד שלי, תחשוב ותשקול טוב-טוב האם אתה מסוגל. והוא еще говорит, если до того, как ты хочешь стать моим учеником, ты хорошо сначала подумай, способен ли ты на это. הוא אומר, כי המחיר כנראה לא כל כך פשוט ולא כל כך זול. Потому что он говорит, что скорее всего тебе придется заплатить непростую и не дешевую цену. אז הוא אפילו אומר, אם מישהו הולך למלחמה, הוא צריך לחשוב באמת טוב טוב האם הוא מסוגל לנצח את האויב שלו. Потом он приводит пример, что если кто-то идет на войну, ему стоит прежде всего хорошо подумать, может ли, способен ли он победить своего врага. אז מה זה אומר באמת לשנוא את ההורים שלי, את הילדים שלי, את האישה שלי אולי? И что же это значит, возненавидеть моих родителей, моих детей, мою жену? האם אני צריך לעזוב אותם ועכשיו ללכת לאנשהו ולעשות משהו? Что мне сейчас нужно их оставить и пойти куда-то и чем-то заниматься? האם אני צריך לוותר על כל הרצונות שלי ואולי העבודה שלי? Нужно ли мне отказаться от всех моих желаний и, возможно, даже от работы? מה באמת ישוע, על מה הוא מדבר פה? Что здесь ישוע имеет в виду, о чем он говорит? ומה זה בכלל להיות תלמיד שלו? И что это значит быть его учеником? מה הוא רוצה שאנחנו נהיה בתור התלמידים שלו? למה אנחנו נשאף?
кем он хочет, чтобы мы были в качестве его учеников, к чему нам нужно стремиться. Ма за умер ласет этот славшино? Что значит взять на себя его крест? Говорит, им афихан ло ехоль льот, умер афихан ло ехоль льот талмичили, им ло носе этот славшино йом-йом. Он говорит, что если кто не берет свой крест каждый день и не идет за мной, не может быть учеником моим. בצורה אל מתי הוא כותב שמי שיכחש בי מול האנשים יכחש בו אני מול אני. И в Евангелии от Матфея он пишет, что тот, кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом моим небесным. אז אני באמת רוצה לנסות להבין את הפסוקים האלה. Я хочу попытаться понять эти места Писания. ולפני זה אני רוצה להתפלל. И до этого я хочу помолиться. אבא, אני מבקש לכל אחד לב פתוח היום. Господь, я молю тебя, чтобы ты дал каждому открытое сердце. תעזור להעביר את הדבר שלך. И помоги провести это слово так, как ты хочешь. שאנחנו נהיה ערים ונוכל לקבל אותו ללבבות שלנו. Чтобы мы могли принять это слово в своё сердце. בשם ישוע. אני רוצה שאנחנו נקרא עוד פעם לאט לאט מתחילת הפסוק הזה. Я хочу, чтобы мы еще раз потихоньку прочитали из этого стиха. פסוק 27. С 27 стиха. כאשר יצא משם ישוע, הלכו אחריו, הלכו אחריו המון רב. זה לא פסוק 27, איפה שהתחלנו? 14 глава, 27 стих. Если кто не приходит ко мне, с ним шло множество народа. С ним шло множество народа. И Луки 14 глава, 25 стих. С ним шло множество народа, и он, обернувшись, сказал им: если кто не приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и саму жизнь свою, тот не может быть моим учеником. И в самом начале мы видим, что множество народа шло за ним. Иешуа ходил по этой земле, он совершал чудеса и знамения, он исцелял людей. Он изгонял бесов. И он учил мудрости. И написано, что множество народа видели это и шли за ним. И я хочу спросить, все те, кто шли за ним, были ли все его учениками? לא כולם היו תלמידים שלו. Не все были его учениками. אתה יכול להיות בין אנשים מאמינים ולא להיות התלמיד של ישוע. Ты можешь быть одним из верующих, но это не делает тебя учеником Иешуа. אתה יכול להיות נוכח בסביבה מאמינה, ואפילו אולי לעשות דברים דומים, אבל אתה לא תהיה תלמיד של ישוע. Ты можешь находиться постоянно среди верующих и даже делать то, что делают другие верующие люди, но это не делает тебя учеником Иешуа. Ты можешь быть в армии какого-то государства, но не быть солдатом этой армии. Потому что быть учеником это намного больше. Люди тогда шли за Иешуа, потому что каждый хотел что-то для себя получить. Были люди, которые нуждались в исцелении. Если человек страдал какой-то болезнью, и он понимал, что Иешуа может дать ему исцеление этой болезни. Потому что он видел, что Иешуа исцелял других людей. היו אנשים שהם הרגישו בדידות. И были люди, которые чувствовали себя одинокими. אז הם חיפשו בחברה את הפתרון. И они искали в обществе спасение от одиночества. הם ידעו שישוע יכול לתת להם פתרון. Они знали, что Иешуа может дать решение их проблемы. היו אנשים שחיפשו את בעל, אולי את אישה. И возможно были люди, которые искали мужа или жену. היו אנשים שהיו זקוקים ל
И были люди, которые нуждались в улучшении своего финансового состояния. Потому что они знали, что если они находятся в обществе, где был еще его ученики, они смогут получить там что-то. И как это было тогда и сегодня, ничего не изменилось. Иногда люди приходят в общину, потому что они ищут чего-то. И истинная причина не состоит в том, что они хотят идти за Ишуа. Они хотят получить и достичь того, что они ищут. И, возможно, для начала с этим все в порядке. И ты даже можешь найти то, чего ты ищешь. Но можешь ли ты и исправить источник своей проблемы без Ишуа? Например, если у тебя сложности финансовые, и, возможно, ты получил немного денег, улучшился ли ты? Не вернешься ли ты быть чем-то, чем был до этого? Возможно, ты ищешь жену. Но до этого ты уже развелся один раз. То есть были какие-то проблемы в семье до этого? Обычно всегда кто-то обвиняет вторую сторону. У меня муж был плохой, у меня жена была плохая. Но только Ишуа может дать решение. Откуда ты знаешь, что если ты женишься второй или даже третий раз, такое не произойдет снова? Потому что только если Ишуа действует в твоей жизни, твой характер может измениться. Только если ты действительно будешь его учеником, ты сможешь решить свои проблемы. И мы поговорим об этом, что значит быть его учеником. Поэтому искать что-то и свое желание, возможно, это нормально. Но это не делает тебя его учеником. И для того, чтобы понять следующие стихи, где он говорит, что тебе нужно возненавидеть своих родителей, своих детей, свою семью, мы должны понять, что в то время было ученичество. Сегодня это все отличается. Кто-то когда учил в греческом стиле в Греции, у евреев была совершенно другая система. Потому что там ты мог прийти на собрание, услышать интересные вещи. Ты чему-то научился, ты получил еще, добавил в копилку своих знаний. В следующий раз опять то же самое. Это было учение. Но в Израиле такого не было. В Израиле для того, чтобы быть чьим-то учеником, тебе нужно было действительно физически идти за ним. Не только получить от него знания, но также видеть, как живет этот человек. Тебе нужно было с ним жить, с ним есть и пытаться вести себя так, как он себя ведет. Быть учеником Ишуа — это вести себя так, как он себя ведет. Быть учеником Ишуа — это делать то, что он делает. И быть учеником Ишуа — это исполнять те желания, которые он хотел исполнять. И это не так просто. Когда Ишуа видел вокруг него людей,
Он говорил, ты хочешь идти за мной, быть моим учеником? Тогда тебе нужно оставить свою семью, ты не можешь быть виртуальным учеником моим. Как сегодня есть интернет. Есть виртуальные ученики. Тогда не было такого. ובגלל שאנחנו מדברים על מילה לסנו, יש לזה משמעות בכלל אחרת, לא כמו שאנחנו מבינים את זה. И когда мы говорим про слово возненавидеть, там есть совершенно другое значение, не то, к которому мы привыкли. אתם זוכרים כמו שכתוב על אלוהים, הוא אמר שאת עשיו שנאתי את יעקב אהבתי. Помните, когда Бог сказал, Исава я возненавидел, а Якова возлюбил? אנחנו יכולים לשאול, איך זה יכול להיות? איך אלוהים שהוא אהבה יכול לסנוע מישהו? И мы можем спросить, как Бог, который есть любовь, может возненавидеть кого-то? Это кажется противоречием, что-то нелогичное. כי אצלנו אנחנו מבינים שנאה שאני, לא יודע, אני שונא את הבן אדם, אני לא רוצה להתקרב אליו, לא רוצה לדבר איתו. Потому что когда мы понимаем слово ненависть, мы знаем, что если я ненавижу какого-то человека, я его видеть не хочу, приближаться к нему. Я רוצה להרוג אותו. Убить мне его хочется. אבל זה לא שנאה שמדובר עליה פה. Но это не та ненависть, про которую здесь говорится. כי שנאה בכתובים זה סוג של בחירה. Потому что ненависть в Писании там такого рода выбор. Омер, эти сам бахарти поход ми Яков. Бахарти бы Яков бимком Исав. Он говорит, я выбрал Иакова, а не Исава. Омер, эти Яков они огев ютер, шемухан левател, о левател алисав. И он говорит, Иакова я возлюбил больше настолько, что я готов отказаться от Исава. Омер, לשנוא מישהו, זאת אומרת, לבחור במישהו אחר במקום. То есть, когда здесь говорится возненавидеть, это значит, что выбрать другого. אז כשישוע אומר, אם אתה לא מוכן לשנוא את המשפחה שלך, אתה לא יכול ללכת אחריו. И поэтому, когда Ишуа говорит, если ты не готов возненавидеть свою семью, ты не готов идти за мной. И это значит, что если ты не полюбишь меня больше, чем свою семью, тогда ты не готов идти за мной. И если ты не выберешь мой путь за счет других вещей и дорог, тогда ты не можешь идти за мной. После этого он говорит, даже возненавидит свою душу. И потом он говорит, не только возненавидеть свою душу, но отказаться от всего, что у тебя есть. Потому что есть у нас в жизни? То, что есть у нас в жизни, это наши близкие, наша семья, это система и система отношений. С другой стороны, есть моя работа, мои планы, что-то, что я хочу воплотить в своей жизни. Это две вещи большие, которые существуют у каждого человека. Есть те, которые вкладывают в эту сторону больше или в другую. Есть разные люди, разные вклады. Но Ишуа говорит, если ты хочешь быть моим учеником, тебе нужно вкладывать в меня больше, чем во все вещи вокруг. Там зафрим арбе катув по, ше лефамим анашим аю баим ле Ишуа, ואומרים, מה אני צריך לעשות כדי להיות תלמיד שלך? Помните, когда люди подходили к Ишуа и говорили, что мне делать, чтобы быть твоим учеником? אז לאחד הוא אומר, לך תמכור הכל. И одному он сказал, иди и продай все. אבל לאחר הוא לא אמר אותו דבר. А другому он не говорил то же самое. אחד אמר, אני רוצה לדאוג לאבא שלי, כי הוא מת, אני רוצה לקבור אותו. И он говорит, а другой сказал ему, я прежде хочу похоронить своего отца, потому что он умер. אבל אישו אומר לו, עזוב אותו. А еще говорит, оставь его. Оставь его, иди за мной. И это кажется очень странным. Но здесь и есть наша проверка.
אנחנו חיים בעולם כמו כל בן אדם אחר. Мы живем в этом мире как всякий человек другой. אנחנו מתכננים משהו, יש לנו רצונות שלנו. Мы что-то планируем, у нас есть наши желания. אנחנו בונים את החיים שלנו ויש לנו הישגים מסוימים. Мы строим нашу жизнь, у нас есть определенные достижения. וכל זה זה בסדר. И все это в порядке. אבל ישוע אומר. Но ישוע говорит. אתה רוצה להיות תלמיד שלי. Если ты хочешь быть моим учеником, то будет такой момент в твоей жизни, когда ты встанешь перед выбором. И здесь мы увидим, кого ты любишь больше. Возможно, свою подругу. Возможно, свою маму. את העבודה שלך שהשקעת כבר, לא יודע, 30 שנה, כדי להגיע למעמד מסוים. Возможно, свою работу, на которой ты работал 30 лет, чтобы достичь той должности, на которой ты находишься. И по питону это умеет мульт хера. Потому что здесь ты вдруг встанешь перед выбором. Ой, Ишуа. Ой, Маше, они осетят, Маше, они уцелятся. Или Ишуа, или то, что я сделаю, хочу продолжать делать. Выколи хадмитану. И каждый из нас... Будет, у него будет в жизни определенный момент, когда встанет перед выбором. И возможно, это слишком большие вещи, о которых мы говорим. Но есть также вещи, которые происходят с нами каждый день, когда мы стоим перед выбором. Как я уже сказал, быть учеником Ишуа — это не просто верить в Него. Потому что здесь и вообще есть много людей, которые верующие. Но они не ученики. Ты можешь быть верующим, ты можешь присутствовать на собрании и поднимать свои руки во время поклонения. Ты можешь молиться и читать Божье Слово. Но это еще не обязательно, что ты являешься Его учеником. Я хочу прочитать одно место Писания. Это первое послание Иоанна. 4 глава. 17 стиха. Ришона эль Йохана. Первое послание Иоанна, 4 глава, 17 стих. Любовь достигает в нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в этом мире как Он. Написано, поступаем в этом мире как Он. А им за кольках пошут ли знает, может, еще и знает. Настолько ли это просто вести себя так, как Он себя вел? Вземот кашур ли милим шило, что еще умер, а ты цехим лакахат этот слав шилахем, йом-йом. И это очень связано с теми словами, которые Ишо говорил, что вы должны взять ваш крест каждый день. Мазыбается мацлавас. Что это за крест? Макараль ацлав. Что произошло на кресте? Что хотел Ишуа донести до человечества и чему научить своих учеников? Когда он только пришел на эту землю и начал свое служение, он сказал, достигло вас Царство Божие. Это бесура для коль бы надо. И он хотел донести Евангелие до каждого человека. Выгладил там бахар до тальмидим. Поэтому он выбрал, избрал своих учеников. Чем нам дают наши улимет? Для того, чтобы они учили то, чему он учил. Зачем им на путь, может, мы нам это там летнаем? И чтобы они вели себя так, как он учит себя вести. В абсурай там вот чута. И послание было очень простым. Омар, коль бы надо мы хотели. Он говорит, каждый человек решит. Так же, как согрешил первый человек в Эдемском саду, так и сегодня грешит. И грех властвует над нами больше и больше. У нас есть страсти. У нас мы идем к ним.
стремимся к ним. זה משתלט עליהם. И это властвует над нами. ואז הוא אומר, אבל יהיה משפט. И тогда он говорит, что будет суд. וכל אחד יעמוד במשפט הזה. И каждый будет стоять на этом суде. הוא אומר שכל אחד הוא כאילו חולה. Он говорит, что каждый как больной человек. כי חטא נמצא בתוכו. Потому что грех внутри него. כל בן אדם הוא מקולל. Каждый человек проклят. אבל בגלל זה הגיע ישוע. Но именно поэтому пришел Иешуа. Для לתת פתרון. Для того, чтобы дать нам решение проблемы. Для לנקות אותנו מהחטא הזה. Для того, чтобы очистить нас от этого греха. Для לתת לנו כוח הרבה יותר חזק. Для того, чтобы дать нам намного большую силу. Для еще נוכל להתמודד עם כל התשוקות שלנו. Для того, чтобы мы могли справиться со всеми нашими грехами. Для чтобы ביום המשפט נהיה ראויים לעמוד לפני אלוהים. И чтобы в день суда мы могли быть достойными стоять перед Богом. כי אלוהים שופט לא את המעשים שלנו, אלא גם מחשבות שלנו. Потому что Бог будет судить не только наши поступки, но и наши мысли. הוא יודע גם מה אתה מתכנן. Он знает, что ты запланировал. גם אם עשית את זה, גם אם רצית לעשות את זה. Да, и даже если ты это сделал или только хотел сделать, он видит твое сердце. И тогда Иешуа говорит, я решение. Потому что я на себя взял все проклятие. И потом он умер и воскрес из мертвых. Но в его жизни, когда он шел на крест, когда он говорил о кресте, את כל הדברים בחיים שבן אדם עובר. Ему нужно было пройти в жизни все вещи, которые проходит любой человек. יש אנשים שבגדו בו. Есть люди, которые предали его. הוא עבר בושה. И он перенес стыд. תחשבו כשהוא תלוי על הצלב ורום. Думайте о том, когда он был на кресте ногой. מול כל האנשים שהכירו אותו, שהלכו אחריו, ופתאום איזה בושה. Перед всеми людьми, которые знали его и шли за ним, какой-то стыд. Были те, которые плевали на него. Которые не слушали его и смеялись над ним. И поэтому Иешуа говорит, если ты мой ученик, тебе нужно быть готовым ко всем этим вещам. אם אתה לא מוכן, תחשוב מראש. Если ты не готов, так ты лучше тебе заранее подумать об этом. כי אתה לא יכול להיות תלמיד שלי. Потому что ты не можешь тогда быть моим учеником. המטרה העיקרית שלנו. Наша главная цель. המטרה העיקרית של תלמידים של ישוע. Наша главная цель учеников Иешуа. זה להביא בשורה לכל העולם. Это донести послание Иешуа всему миру. ולהיות עדים שלו. И быть его свидетелем. אתם יודעים? אני חושב שכולם מכירים עדי יובה. עדי יובה. שמעתם על זה, נכון? Я знаю, что все, скорее всего, знают такую организацию свидетелей Иеговы. אתם יודעים מאיפה הם לקחו את השם הזה, עדי יובה? Знаете, откуда они взяли это название свидетелей Иеговы? כי כשהם חקרו את הכתובים. Когда они изучали Писание. ברית החדשה ואפילו גם את התנ"ך. Новый Завет и даже Танах. הם לא ראו שמדובר שם על נוצרים, על משיחיים. Они не видели, что там говорили про христиан или про мессианских верующих. או אולי על איזה שהם אנשי דרך. Или про людей пути. או חסידי ישוע. Или про חסידי ישוע. יש כל מיני שמות איך שלפעמים אנחנו מנסים לקרוא לעצמנו. Есть разные имена, разные названия, как мы пытаемся себя называть. אבל יש יותר מ-180 פעם כשמדובר על עדים. Но есть более 180 раз в Писании говорится о свидетелях. כי תמיד ישוע אומר, אתם תהיו עדים שלי. Потому что Иешуа говорит, вы будете мне свидетели. וכשכל התלמידים היו עומדים מול סנедрин, הם היו עדים שלו. И когда все ученики стояли перед Синедрионом, они были его свидетелями. Мы говорим, а нас, ну, мы говорим только о том, что мы видели.
Они говорят, мы говорим только о том, что видели. Что мы видели своими глазами, о том мы свидетельствуем. Если вы будете искать слово свидетелей, так есть очень много. Каждый, кто хочет быть учеником Иешуа, он должен быть его свидетелем. Свидетель — это значит вести себя так, как он себя вел. И рассказывать то, о чем он рассказывал. И рассказывать о том, что произошло и почему он пришел. Это не так просто. Верить в том, что Иешуа когда-то был и ходил по этой земле, это очень просто. Но когда ты делаешь что-то, что Иешуа бы не сделал, и ты его ученик, то ты очень сильно грешишь. Когда ты не ученик, так ты не грешишь, и тебе это не важно. Потому что когда ученики шли за Иешуа, они должны были себя вести так, как он себя ведет. Потому что Иешуа призвал нас к тому, чтобы мы были такими, как он. Что в Римлянах написано, что он призвал нас до создания мира. Что он приблизил нас, чтобы мы были похожи на Иешуа Машиаха. Поэтому быть его учеником — это быть похожим на него. Стоять перед выбором каждый день. Для того, чтобы поразить тот грех, который влечет тебя. Для того, чтобы поразить все греховные страсти. И вести себя таким образом, которым как сложно себя вести. Мы сегодня не находимся в тот период времени, когда было когда-то. Но иногда ты должен что-то сделать, а в то же время должен прийти на собрание. Возможно, ты сейчас над чем-то работаешь, что тебе нужно пойти и помочь кому-то. Или ты очень сильно устал. Это те выборы, которые мы делаем каждый день. Иногда, когда мы не ученики Иешуа, мы начинаем спускаться. Потому что ты можешь верить. Но если ты не ведешь себя так, как он, поэтому есть разные течения, по которым ты начинаешь течь. Ученик Иешуа. Иешуа говорит, что мелах, им табедет атам, Иешуа сказал, что если соль потеряет свою силу, то ее только можно выбросить в мусор. Мы его соль. Мы соль этой земли, которая дает вкус жизни людей. Свидетели Иешуа. Они лифней יום חזרתי מאיזשהו כנס. Я вчера вернулся с одной конференции. אז היו שם כל מיני מסרים ועדויות.
Там были разные проповеди и свидетельства. Мамаш удивил хазакот. Очень сильные свидетельства. Алькольмин и Нисим, Лойфу Шушам или Побаарец. Не про разные чудеса, которые произошли не где-то там, а именно в Израиле. Вегам, ши амон амон анашим питом магиим ле имуна бе Ишуа. И что очень многие люди приходят в вере в Ишуа. Вазрой киляха до сипер идут у Невуашу Кибель. И тогда один лидер общины рассказал одно свидетельство или пророчество, которое он получил. Он говорит, что в 2005 он говорит, в 2005 году у него был один друг или из Швеции, или из Швейцарии. И тогда его друг встретил с одним иранцем. И этот иранец говорит, я увидел откровение, я увидел Ишуа. И он говорит, что в этом откровении я увидел, что в 2018 году будет большая жатва в Израиле. Были очень странные вещи. И тогда этот парень со Швеции рассказал тому лидеру общины. Ну хорошо, поживем, увидим. Потому что он был скептичным, как многие из нас. Но потом, через несколько лет, к нему другой друг приехал из Соединенных Штатов. И рассказывает ему что-то очень похожее. Что в 2018 году есть 7 шаним кацир мод гадоль. В течение 7 шаним. Что начиная с 2018 года, в течение 7 лет будет большой урожай. ואז עוד אחרי איזשהו מספר ימים או חודשים, מישהו אחר מגיע ואומר לו אותו דבר. А потом, через несколько месяцев, кто-то совершенно из другого места приехал к нему и сказал то же самое. ואז הוא אומר, וואו, זה לא סתם. И тогда он понял, что это все не просто так. ואז הוא פשוט נתן עדות, אומר, הקהילה שלהם קיימת, לא יודע, 20 שנה. И тогда он дал свидетельство, их община существует 20 лет. אולי יותר. Может быть, даже больше. ובכל השנים האלו הם פתחו קהילות נוספות. И все эти годы они открывали дополнительные общины. גם בסביבות 20 קהילות. Где-то 20 общин открыли. אבל בשנה האחרונה פתחו 7 קהילות. Но в последний год открыли 7 общин. תחשבו איזה הבדל גדול. Подумайте, какая огромная разница. כלומר, וזה היה בדיוק בשנה הזאת. Это было в этом году. Возможно, это пророчество начинает исполняться. И мы видим, что многие люди приходят к Господу сегодня. Что есть страсть по Богу. Но мы инструменты в руках Бога. И Он хочет, чтобы мы работали. Он тот, который использует нас. И он хочет, чтобы мы привели этих людей. Чтобы мы были его свидетелями в этой земле. Тем же людям, которых он уже подготовил. Быть свидетелями. Идти и благовествовать людям. Есть очень много путей, как можно благовествовать. Иногда кто-то идет и призывает нас выйти на улицу. И тогда ты говоришь, почему я должен идти на улицу? Я к этому не привык. Я стесняюсь. Это неудобно. И ты говоришь, я знаю другие пути. 1, 2, 3, 4. И все эти вещи прекрасны. И все эти пути прекрасны. Но проблема в том, что ты каждый раз находишь в себе оправдание. И ты и туда не пошел, и то, что ты говоришь, не делаешь. Начни что-то делать. Есть дрохи. Тифар ахан мим ватасе. Выбери одну и делай. Има таквар улег бэзэшу дэрэх кадо.
Если как ты лазот, идешь по одному из этих путей, то начни делать больше. Бог ждет, чтобы мы проснулись и принесли ему урожай. Чтобы мы были не просто верующими. Чтобы мы были его учениками и вели себя так, как он себя ведет. Это мое призвание к вам сегодня. Есть много людей вокруг нас. И Бог посылает нас. Чтобы мы могли донести эту благую весть о небесном царстве. Источник истинной жизни. Тем людям, которые вокруг нас. Хочу помолиться. Аллилуйя, Абба. Нахну роцим, улай нахну рак хошвим, ша нахну роцим, льет тальмидим шелха. Отец наш, мы хотим, может быть, мы просто думаем, что мы хотим быть твоими учениками. Вани мы бакеш, ша таасе отану каэлю бэмет. И я молюсь, чтобы ты сделал нас такими на самом деле. Ша левовод шелану ю бэмет пнуим элеха. Чтобы наши сердца были открыты для тебя. Чтобы мы не стеснялись. И чтобы в момент истины мы могли выбрать тебя, а не наши желания. Чтобы мы могли стоять сильно в наших принципах. Потому что мы твой пример, и чтобы мы не спускались с этого. Ты вокруг нас готовишь большой урожай. И мы молимся, пошли нас, чтобы мы принесли тебе плоды. Как написано в Иоанна. Так прославится мой Отец, когда мы принесем много плода и будем не твоими учениками. Творит метану муша. И убери от нас всякий страх и стыд. И помоги нам выбрать один из путей и начать двигаться. Мы хотим быть твоими истинными свидетелями. Во имя Иешуа.